П'ятниця вечір, на календарі у нас 12 листопада. Да. І слава Богу, наші прямоефірні молитви стосовно тепла в Україні, вони працюють. Однак, вже синоптики сказали, що з понеділка вдарять морози до мінус 9, а запасів вугілля і газу, ну, м'яко кажучи, мало. Стосовно вугілля, то кажуть, такої поганої ситуації в нас не було ще з часів 90-х. Чекай. Але центральна влада, до прикладу, прем'єр-міністр каже, що Пичик паралельно в унісон з Кличко маніпулює, і ніяких проблем у нас немає. Зиму переживемо з вугіллям, зі світлом, нехай навіть з Білорусі, але все буде класно. Да, друзі, у нас дійсно криза на кризі, як повідомляються деякі ЗМІ. У нас криза в енергетиці, криза з зимою, з ковідом і так далі. Але хто тут правий, як правильно зазначив Макс? Або це ми всі тут журналісти, маніпулятори, як каже президент, або це влада, як каже Грета Тунберг, бла бла бла. Не договорює, як мінімум. Та в нас на черзі може бути ще й міграційна криза, тому що там від білорусько-польського кордону не так далеко і до України. Потрібно розуміти, наскільки сьогодні влада глибоко розбирається в тому чи іншому питанні. Чи є розуміння в прем'єр-міністра, що проблеми з вугіллям – це не на Кальяні, а це в країні. І його повинно вистачити для того, аби вистачило всій країні без віялових відключень. Ось це питання номер один. Дивіться, пані і панове, ну, по-перше, Лана Шевчук. Максим Назаров, по-друге. Ангеліна Пичик. І Антон Довлатов. Да, і дивіться, людина. Яку вже, знаєте, за скільки років я знаю цю людину, значить, і в народних хвилюваннях був і прем'єр-міністром, і найкориснішим депутатом, і власником телеканалів, значить, а тепер ще і амбіційний президентський рейтинг. Хто ви, спросите ви, да? Євгеній Мураєв, відвечу я, у нашій студії. Лідер партії «Наші», народний депутат. Добрий вечір. Вітаємо, Євгенія. Добрий вечір. Добрий вечір. Про всі кризи і не лише поговоримо зараз. Здравствуйте. І про безпеку в країні. Вітаємо. Ну що? Запитування. Давайте запитування, як завжди. Це вже для нашої аудиторії більше. Чи почуваєтесь ви безпечно в Україні, в нашій державі? В цілому так. Тільки якщо не дивитись новини, або давно вже забув, як це. Голосування нове, тому одразу голосуйте. Пан Мураєв, а до вас трішечки інше запитання. От як ви думаєте, який у нас перед нами, перед нашою державою, найбільший виклик стоїть нині? Найбільша проблема, яку в першу чергу варто було б подолати? Українська влада, нам її треба пережити. Пережить и, наконец-то, вернуть страну на нормальные рельсы, да, во внешней, внутренней политике, в обеспечении безопасности, жизнедеятельности и государства, и наших граждан, поскольку, ну, я думаю, вы на себе ощущаете, да, все то, что происходит, и то, что надвигается. К сожалению, самые печальные прогнозы сбываются, да, и кризис в энергетике, о котором мы с вами говорили в этой студии 2 месяца назад, и я говорил и об угле, и о том, что придется покупать, скорее всего, электроэнергию у тех, с кем наша власть поссорилась, в общем-то, оно, к сожалению, сбывается. К сожалению, потому что мы все граждане нашей страны, и это все отложит неминуемый отпечаток на наше с вами благополучие. Ну и на конкурентность и выживаемость страны в угрозах внешних вызовов, да, которые сейчас напрягаются тоже. Поговоримо обов'язково сьогодні про цей виклик. Я б все ж таки хотів знову нагадати, що наш ексклюзивно на кордоні має свого кореспондента на кордоні білорусько-польському. І тут дивна історія, тому що міграційна криза, про яку так широко сьогодні говорять, навряд чи є широко висвітленою в Європі, тому що Олег не побачив там жодного європейського журналіста. І в Україні таке враження, що намагаються її теж прикрити, тому що Олег Нечай – єдиний український журналіст, який є зараз на кордоні Білорусі і Польщі. Але зв'язок блокується все одно. Так, і отут питання. Це робиться для того, щоб простіше було маніпулювати, не маючи реальної картинки. І тому десь хтось сказав, когось почули. Не всі дивляться, на жаль, наш і не бачать об'єктивної картинки камерою, висвітлюючи те, що ми робимо зараз з цього кордону. От наскільки цей виклик може бути українським в тому числі? Ну, я, к сожалению, могу сейчас констатировать, что Украина, наверное, последняя страна, куда будут перемещаться беженцы, да, если учесть, что даже наши временно перемещенные лица, 1,5 миллиона граждан, которые выехали не с подконтрольных территорий, да, еще начиная с 2014 года, не все здесь нашли себя, и 500 тысяч вернулось назад
под обстрелы. Это же говорит о многом. Плюс мы, давайте откровенно скажем, лидируем по смертности от ковида в Европе, да, по детской смертности, по всем. Мы, к сожалению, лидеры всех негативных рейтингов. Поэтому я не думаю, что Украина является финальной точкой в этом периоде времени для перемещения мигрантов. Но это поднимает другой вопрос, на самом деле очень остро. Это двуличие мира, первое. Да. Мы же понимаем, вот почему эти беженцы сейчас стремятся в Европу. Что стало предтечей этим событиям? Светлая демократия в их краинах разбудована. Попытка построить демократию войсками, странами, да, входящими, войска НАТО, которые бомбили в свое время Ирак, которые разрушили Ливию, Сирию и многие те другие страны, которые сейчас, по сути, непригодны для жизни. И многие люди оттуда уезжают. Уезжают куда? В те страны, которые устанавливали, в кавычках, там свою демократию. И, естественно, Европа не понимает, что делать с наплывом предыдущих мигрантов. Мы с вами это тоже обсуждали. Европа 30 лет назад, а сейчас это совершенно два разных образования, два разных союза, поскольку, ну, вот если вы поедете, допустим, в Брюссель или в Париж, вы увидите огромное количество людей с иной верой, иной культурой, как раз вот из этих стран, которые буквально легли ярмом, да, на шею европейских налогоплательщиков, и Европа рушится под натиском вот этого инокультурного нашествия. Да? И это на самом деле начало больших миграционных процессов, которые скоро будут неизбежны, и связано это будет с изменением климата. Но пока это, знаете, как такие колонии, которые заранее образуются, они, эти люди очень, как бы правильно выразиться, да, у них большая деторождаемость, то есть они очень быстро ассимилируют, они быстро пускают корни, но все равно живут компактно, анклавами, то есть создают такие, наверное, мосты потом для вот этого массового переселения. Але ж вони впливають і на місцевих. Місцеві, ну, зараз правий рух радикалізується і активізується в країнах. В першу чергу, навіть зараз, в цю мить, в Польщі, якщо прорвуться мігранти, то подейкують, що якраз місцеві, а не поліція чи армія, будуть, ймовірно, і винищувати навіть. Я сподіваюся, що ні, але тих, хто прорветься. Дорогие украинцы, мне жаль, что формула страны не вышла 7-го, она выйдет буквально через неделю. Было бы очень забавно. Мы на самом деле вот во время презентации обсуждали вот эти неизбежные миграционные процессы. Потому что на самом деле это будет огромный вызов для всего нашего материка. И этот вызов заставит объединиться то, что сейчас кажется невозможным. Я думаю, и Россию, и Европу. Я надеюсь, Украина перестанет быть яблоком раздора, а станет как раз той основой, на базе которых эти союзы будут образовываться. Мы должны стать политическим и географическим центром этого объединения. И нам придется противостоять этому нашествию. Когда изменится климат, когда сократятся запасы воды, еды, и земля в Африке, в Азии, в Южном Китае станет непригодной для ведения сельского хозяйства, все эти огромные, несметные полчища людей двинутся вглубь континента. И этому надо будет давать какой-то асимметричный ответ. Я не буду сейчас говорить, какое эти решения надо вырабатывать и в рамках новых мировых институтов и форматов. Какой срок вы вот этим процессом даете? Максим, я думаю, через 20 лет этот вызов будет не просто, он уже актуален. И вот то, что сейчас происходит, да, это явно подчеркивает то, что ни Европа, ни Белоруссия, ни Россия, ни мы, Украина, к этому не готовы. То есть сейчас это уже должно быть поставлено во главу угла. Нам не хватит всем места. Нам не хватит еды, нам не хватит запасов воды. Смотрите, сейчас по официальным данным регулярно не получают в достаточном количестве пищу 2 миллиарда людей на планете Земля. К 30-му году на планете Земля будет голодать уже миллиард людей. Так нас сейчас 7,7 миллиардов, да, 7,8, ну почти 8, давайте говорить. В 2050 году нас будет 9, а через 50 лет от сегодняшнего момента больше 11. Если сейчас уже есть дефицит продовольствия, то что будет тогда? Будет явная нехватка, и
Почему я всегда выступал против продажи земли? Потому что это будет самый ценный актив. Потому что продовольственная безопасность станет во главу угла уже в ближайшее время. А если мы продадим свою землю, то урожай, который будет на ней выращиваться, будет принадлежать не нам. Мы это услышим в формуле страны. Все то, о чем вы говорите. Безусловно. Максим, надо понимать, что те на самом деле приоритеты и ценности, которые нам навязывают наша власть, они губительны для страны. Они полностью не соответствуют вызовам. Ну какой армавир? Надо думать совершенно уже о другом. Нельзя жить в прошлом, надо жить в будущем. А в это будущее надо войти подготовленными, нужно обучить детей, нужно перестроить систему образования, нужно понимать, что экономическая новая эра, она грядет. И совершенно новые вызовы будут. Я сейчас переживаю, что они распродадут литиевые месторождения. Здесь должны быть построены предприятия. Наша сырьевая база должна превращаться в товары с высокой добавленной стоимостью, а не уезжать за границу вместе с нашими гражданами. Мы думаем, как выжить, а не те, как разбудовывать экономику. Смотрите, у нас нет стратегии развития будущего. Вообще нет. У нас его нет как видения. У нас нет программы правительства на год, не говоря уже на ближайшее десятилетие. Я не понимаю, как правительство может управлять страной, не зная финальной точки, да, хотя бы целевой, там в перспективе 1-2-3 лет, куда они идут, как они готовят специалистов, как они бюджетно стимулируют развитие этих отраслей. Это сделать невозможно. То есть мы сейчас живем как бы вопреки нашей власти, да, благодаря тому, что есть еще инертность системы. Работает бизнес, как-то еще не до конца декоммунизированная социальная, да, медицина еще в какой-то форме существует. Не сокращены до конца количество койко-мест, до конца не оптимизированы сети, да, и мы еще как-то вот за счет этой инерции, которая нам в 91-м году досталась в наследство от Советского Союза, выживаем. Но так ведь будет не всегда. Нужно понимать, что мир сильно меняется и в ближайшей перспективе поменяется до неузнаваемости, и нам нужно искать партнеров. У нас по периметру нашего государства одни враги. Смотрите, вот сейчас нам не хватает угля, у нас коллапс на самом деле в энергетике, о котором я предупреждал. Но у нас единая энергосистема с Россией и Белоруссией. Казалось бы, можно покупать за счет перетоков и снимать пиковые нагрузки, да, торгуя с соседями. Но мы же не можем торговать. Для Зеленского в Белоруссии главное Тихановская, а не Лукашенко. Нет, подождите, что он с Белоруссией уже торгуем. Какого в ответ отношения мы можем ждать и рассчитывать? Ведь это же ошибочная внешняя политика, которая приведет к внутренним потрясениям Евгений и проблемам. Евгений Володимирович, Ви кажете, треба думати про майбутнє, це абсолютно справедливо, але у нас є сьогодення. І ми бачимо, як Європа і головна скрипка Європи, німці, до нас ставляться. От нещодавно Меркель, коли підсумовувала свою каденцію на чолі Німеччини, Бундестагу, вона сказала, що за свою каденцію у неї були два основних виклики. Це ковід і це мігранти. Цебто України із нашою війною там взагалі, ну, Меркель це не вважає своїм викликом. Але і так само ми пам'ятаємо, як головна соціал-демократична партія в Бундестазі запропонувала тих біженців із польсько-білоруського кордону направити куди? Правильно, в Україну. Ми можемо собі плюс-мінус уявити, як європейці сьогодні ставляться до нас. Не як до центру, як ви зазначили, навіть не до географічного центру. І чи захочуть вони, чи допустять вони в свою еліту, ну, тусовку, вибачте на такому формулюванні, у нас у майбутньому. Але те, що ми зараз робимо. От вчора міністр МВС пан Монастирський запропонував створити і побудувати певну стіну на кордоні України та Білорусі. Можливо, це певна калька із тієї стіни Яценюка, я не знаю. Але все це він зазначив, що буде за рахунок наших з вами грошей. Як ви ставитеся до... Ну, гроші, Бог з ними. 17 мільярдів гривень, це немало. Пасибі, Ангеліно. Але як ви ставитеся до такої політики країни, яка претендує бути, не знаю, в європейській еліті далі щодо нашої зовнішньої політики, будувати стіну? Дорогие друзья, во-первых, я считаю, это полная глупость. Украина процветает не когда воюет, а когда торгует.
И если мы не станем мостом, а будем тупиком, и если мы будем от всех отгораживаться забором, тем более от своих привычных рынков, от стран, в которых работает 3 миллиона наших граждан, от стран, с которыми у нас достаточно длительная общая история, один язык, культура, традиция, мы же понимаем друг друга. Сложно говорить, мы один народ или разные, не тема дискуссии. Но однозначно мы могли бы в синергии с ними получать плюс, а не минус. Что такое стена? Я вообще верю в Евразию, вот в Европу, объединенную от Лиссабона до Владивостока. От мыса Корка до мыса Дежнева. Но не может быть по-другому. Нам придется это сделать. Просто сейчас, почему это, об этом объединении говорили еще 30 лет назад. На самом деле, после 45-го года об этом говорил Де Голль, и он говорил о том, что Европа должна увеличиться в размерах. И это а вы о каком, извините, а вы о каком объединении говорите? Политическом или каком? Максим, это будет единое пространство и политическое, и экономическое. И это будет новая система безопасности, потому что, смотрите, ну уже же образуются новые военные блоки, АУКИС, США, да, США, ну, Австралия, блоки, которые противостоят Китаю. Сейчас наверняка, Максим, то, что заявлено, и то, что происходит на самом деле, это всегда две большие разницы. Просто новый военный блок говорит о том, что в мире поменялись приоритеты. Великобритания же не сегодня решила выйти из Европейского Союза. То есть это была давно продуманная стратегия. Я думаю, сейчас туда присоединится Канада, возможно, Индия, да, возможно, Япония. То есть соберется старый анклав, и нам придется давать этому симметричный ответ. Европа давно говорит о создании своего персонального военного блока ПЕСКО, да, и не участие в НАТО. Смотрите, по сути, пятая статья коллективной безопасности Североатлантического альянса, она же ни разу не применялась. Зато блок 7 раз воевал за пределами Европы, да, за интересы Соединенных Штатов. Это невыгодно Европе. Да и давайте откровенно говорить, а Европа до сих пор находится под оккупацией. То есть, может быть, это версия, не то что версия, да, это тема, которую в Европе не принято обсуждать. Но, смотрите, в 91-м году с распадом Советского Союза оттуда вышли все войска стран Варшавского договора, а американские военные базы остались. Вы знаете, что в Германии численность американских солдат больше 36 тысяч, в Японии почти 60. То есть они там с 45-го года, чтобы было понятно. Вот когда союзники якобы победили Германию, вот с тех пор они там остались, и поэтому Европа тоже не до конца самостоятельна. Мы должны помочь им это сделать. Вы говорите, как на нас смотрят. Друзья, лидерство от размера территории не зависит. Если у нас будет идея, если мы будем готовы трансформироваться, если мы сможем быть интересным миру, то мы будем частью этого проекта. А пока нас используют как предлог, при котором Европа никак не может вести нормальный диалог с Россией. Наприклад, біженці. Є ідея переселити цих біженців, які зараз на польсько-білоруському кордоні, саме в Україну. А для чого треба Україна? Для того, аби робити, таку, вибачте, будь ласка, на слові, брудну справу, так? І вже подейкують, що у Європейського Союзу може бути таке прохання до нас. Типу, вони нам дають гроші, приміром, 3,5 мільярди євро, як це було у Туреччині, за біженців. І щоб ми за ці гроші прийняли біженців. Бо що Україна робить постійно? Вона постійно на кожному кроці просить гроші. І, можливо, нам і цього разу запропонують, але ми маємо забрати тих біженців, які зараз страждають, мерзнуть і голодують. Як ви думаєте, таке можливо? Дорогі друзі, ви знаєте, з нашою властю можливо все. Тобто торгувати національними інтересами стало модно давно. И, к сожалению, не наступает никакой ответственности. Ни один из президентов или премьер-министров за то, что они сделали с нашей страной, ни разу не ответили. Да, это называется политическая ответственность. Ну, не голосуйте за нас. А нам от этого легче, скажите. Но мы за них не проголосуем. Они обеспечили там свое существование. Ведь, смотрите, на сегодняшний день каждый украинец должен 2000 долларов. А вы брали эти деньги у Международного валютного фонда или других финансовых институтов, а отдаем мы их за счет своих налогов. Эти деньги берут политики. Эти деньги обогащают политиков. Да, мы потом слышим про какие-то несметные камазы,
которые вывозят доллары за границу. Да, мы слышим, что там Порошенко удвоил свое состояние, там Яценюк находится в каком-то космосе и так далее и тому подобное. Но, друзья, мы при чем? Мы все глубже и глубже, получается, влазим в это ярмо. И у нас должники еще не родившиеся поколения. Но сейчас они возьмут эти 3,5 миллиарда или миллиона, хотя я думаю, что такой дискуссии никто даже не ведет. Ну а что мы будем делать с этими людьми, да? Мы же помним, как они вели себя и в Швеции, и в Германии, да, как, в принципе, страдали от них в первую очередь, ну, коренные жители Европы. Но мы же вообще не готовы, да, ни с нашей полицией, ни с крепостью институтов государственной власти после 7 лет напряженных реформ противостоять таким вызовам. Что мы з цим будемо діяти? Ну, Зеленський, можу сказати, це не ми брали, не наша влада брала кредити, це ще брав Петро Лукашенко. Друзі, госдолг рекордний, як ніколи при Зеленському. І якщо вони зараз не так активно працюють з Міжнародним валютним фондом, це не значить, що вони не займають по облігаціям внутрішнього державного займу. На самом деле мы должны на сегодня 2,4 триллиона гривен. Вдумайтесь в эту сумму. Это два бюджета Украины. Два бюджета. Это 2,5, да, бюджета Украины на сегодня. Это это катастрофическая сумма. Поэтому нам эти долги точно не нужны. С этой проблемой мы не можем никак справиться. Более того, мы не можем ладу дать своим временно перемещенным лицам. Власть об этом не думает, а государство не способно в силу того, что постоянно живет с огромным дефицитом бюджета. То есть нам надо зарабатывать, нам надо наводить порядок, нам нужно прекращать войну, нам нужно я вот не могу, знаете, сделать я много вас. Вещей, прежде чем играть и заигрывать, да, на самом деле, с иностранцами. Нам много чего нужно, я просто слушаю вас и не могу понять, как вы видите ситуацию. Это массовая глупость государственных управляющих и президента, в первую очередь, который, ну, так сложилось, рекордное количество голосов и абсолютно индивидуальная для Украины моновласть. Или это все-таки, ну, история целенаправленного уничтожения госаппарата, энергетических ресурсов, я имею в виду вообще, в принципе, нашей безопасности национальной, благосостояния людей. То есть мы все беднее и беднее, несмотря на то, что там зарплату нам слуги диктуют уже $500, $550, да? При Януковиче, говорят, такого не было. Вот давайте разделим. Это глупость, да, ну, или там, знаете, новые лица непрофессионалы, или это диверсия. Очень много важных вещей, и они на самом деле все имеют место быть. То есть то, что у нас происходит деинсталляция государственных институтов власти, факт. То, что у нас происходит деиндустриализация государства, факт. Да. Кому это выгодно? Смотрите, у нас реформы кто проводил? Грузины, прибалты, граждане США, Великобритании. Скажите, а что после этого стало с нашей промышленностью, банками, здравоохранением, образованием и всем остальным? Смотрите, они построили все независимое, но только от нас, украинцев, независимое. То есть судебную систему определяют какие-то иностранные агенты. В наблюдательных советах госпредприятий, которые стали убыточными за последние годы, сидят иностранцы. Друзья, нас просто рейдерят и грабят. А наша малодушная власть, малодушная власть дает национальные интересы. Ведь это происходит у нее на глазах. Я же просто как юрист постоянно ищу состав преступления. Максим, он есть. И этому надо будет дать оценку. Друзья, хватит давать политическую оценку. Но, во-первых, надо поменять государственную систему управления. Должен быть механизм отзыва любого чиновника, депутата любого уровня не через 5 лет, а в единицу времени. Есть критерии, мы это все прописали, я об этом подробно расскажу. Это даже облечено в форму законопроекта. Иностранных агентов, ребята, надо брать на карандаш. Их нужно вносить в специальные реестры и запрещать им управлять нашим государством. Они действуют в интересах третьих стран. Неужели это непонятно? Нас грабят. Грабят и убивают нашу промышленность, чтобы мы не путались под ногами у транснациональных корпораций. И власть не может этого не понимать. Она просто принимает эти правила игры. Зеленский ездит на отчет в МИ-6. Он ездит на поклон за океан. Да, и все время заискивает, ну, в поисках подтверждения отношения к нему как к лояльному ставленнику здесь, на месте. Друзья, нам такое не надо. Нам вообще такое не надо.
Нам нужно действительно наводить порядок, еще раз говорю, менять систему, давать оценку всем тем, кто работал на иностранные государства, неважно на какие, Россия, Германия, Соединенные Штаты, Великобритания, эти все люди вредили нашему государству. И нам нужно отстраивать совершенно новую систему, выбирать нам, приоритет. Это нам нужно, нам не надо. Максим, я думаю, что эта власть очень быстро закончится, и я надеюсь... Ну вот смотрите, я же сделал вот этот проект «Формула страны», да? Я считаю, что это будет новая национальная идея с рецептурой, как нам поэтапно выходить. Я не хочу, чтобы это было имени меня, да? Я вижу, как написано в рекламе. Возможно, так нужно, ну, тем, кто эту рекламу размещал, там, в наших штабах и так далее. Друзья мои, я хочу, чтобы это была формула каждого. Я хочу ее обсудить. Я поеду договариваться с местной элитой, объясняя, что эта формула даст для развития регионов, что у них появится право вето, да, что они смогут влиять на решения, и дискриминационных решений не будет, потому что регион сможет их заблокировать через верхнюю палату. Да. То есть я буду разговаривать с бизнес-элитой, я буду объяснять, какие правила мы установим, потому что нам сейчас нужно объединиться всем гражданам вокруг спасения своей страны, чтобы избавиться от внешнего управления и противостоять транснационалам, надо сплотить весь бизнес. А бизнесмены должны понимать, что скоро им не останется места. В стране уже почти нелегально зарабатывать деньги. Зеленский наподписывал кучу таких бумаг, которые просто душат бизнес, и все эти мониторинги, ну, делают страну непривлекательной. Отсюда бежит последний инвестор. Отсюда убігають граждане, від це основний критерій. Ви кажете, що треба, я перепрошую, ви кажете, що треба змінювати державний устрій, а хіба президент Зеленський зараз цього не робить? Зокрема, він визнає, що по факту у нас президентська республіка. По-друге, він активно використовує нетиповний орган замість судової системи, Раду нацбезпеки та оборони. Зокрема, президент, що от ви називаєте енергетичною кризою, каже, що це не енергетична криза, що це саботаж олігархів. Да, це заподаж олігархів, вивезення вугілля, його штучний дефіцит і так далі. І от, за допомогою саме нового інструменту, як Ради нацбезпеки та оборони, він і буде боротися із тим олігархатом. І буде мінімізувати їхній вплив на ці важливі енергетичні сектори нашої країни. Вы знаете, Лана, вот я устрою. С вами соглашусь, президент использует нетипичный орган, которым думает. Обычно люди думают другим местом. Президент тем, как всегда вообще использует какие-то нетипичные органы. Друзья мои, смотрите, переход к президентской модели управления – это азиатская модель. В основном все европейские демократии – это парламентские республики. У нас парламентско-президентская республика. То есть у нас главный орган является парламент. То есть народный депутат – это выше посадовая особа державы. И почему так сделано? Потому что, ну, мы наследники магдебургского права. Это наша история, это у нас в крови. Мы украинцы, вольнолюбивый народ. У нас не может быть царя-батюшки. У нас вечные бунты. И посмотрите, мы каждый раз голосуем вроде бы за нормальных людей, хороших, порядочных. А через пару лет просто стесняемся своего выбора. Уже так, наверное, не найдешь активно тех, кто голосовал за Зеленского. Все кричали, мы за Зеленского, мы против Порошенко. А сейчас все стыдятся этого. И это не проблема, это и проблема Зеленского, друзья мои. Но надо было понимать, что мы выбираем человека, который, ну, управлял киностудией. Это не государство, это отсутствие государственного мышления, это отсутствие уважения со стороны коллег. Вы говорите про Меркель. Она 16 лет управляла, по сути, Евросоюзом. Потому что Германия, локомотивы, первая скрипка. Она 30 лет шла к этому посту. И тут клац, актер и президент. То есть они этого не приемлют. А когда при живой Меркель наш президент приезжает в Германию и говорит с кандидатами на следующего канцлера, это еще и очень оскорбительно. Поэтому и там у нас отношений нет. И поверьте, Меркель в гораздо лучших отношениях будет со всеми политическим бомондом и эстеблишментом, чем представители там украинского МИДа. Это же очевидно, потому что это личные отношения, которые формировались годами, и она беспрекословный авторитет. Да. Поэтому, друзья мои, смотрите, я верю в парламентскую республику. Я верю в то, что мы так изменим государственную систему. Во-первых, проведем глубокую децентрализацию.
Вот так уже мы должны проводят. Минимум оставить Максим. Мало. Она финансовая оказалась только первый год, да, потом это была чистая профанация, и вместе с деньгами передали огромные расходы на местах, на плечи местных громад. При этом местным громадам не дали права, да, в определении культурной политики, языковой, исторической. Да, я считаю, это все должны, эти вопросы все должны быть на уровне громад, местной власти, на уровне местных референдумов. Тогда бы не было культурного противостояния, не было бы раскола, который, в общем-то, каждый новый президент привносит. Смотрите, у нас вечная попытка либо сделать из страны огромный Донбасс, либо огромную Галичину. Но так не летает, так не работает. Попытка доказать обратное уже привела к аннексии Крыма и к тому, что мы часть своей территории не контролируем. Нужно уметь признавать ошибки, делать правильные выводы и модернизировать систему так, чтобы становиться сильнее. Они я єдине, що хотіла вас уточнити. От ви кажете про те, що там зараз душать бізнес, до нас не йдуть інвестори або ті, хто є, вони втікають з країни, але ж на них так само впливають повідомлення, які звучать, наприклад, з іноземних засобів масової інформації. До прикладу, в низці видань Сполучених Штатів, Нью-Йорк Таймс, Політіко, потім вже пізніше Блумберг підключилось. Звучить інформація про те, що Росія готує новий наступ, що це може повторитися події 2014 року. І навіть вже в Європейському Союзі заявили, що стривожені повідомленнями про плани російського вторгнення в Україну. Тобто ситуація дійсно серйозно нагнітається. Але сьогодні Держдеп США сказав, що підстав для реальних переживань немає. Передумали, так? Да, справа в тому, що Ангеліна перерахувала зараз засоби масової інформації, які підігравали не Дональду Трампу. І ну, так сталося, що вони більш прихильні до демократичної партії Сполучених Штатів. Саме вони нагнітають ситуацію. І паралельно ніхто на офіційному рівні цю інформацію не підтверджував. Але вона дуже впливає на інвесторів, на бізнес, на всіх, хто... Дорогі навіть друзі, Зеленський сказав, що це психологічна операція. Ви зараз підняли дуже важливий вопрос, я к нему вернусь. Ми просто не закончили предыдущий блок, да? Все-таки, я считаю, что пост президента надо ликвидировать. То есть он должен быть церемониальным. Он должен быть вот как президент Германии, да? То есть он представляет на внешней арене, но реальной власти почти не имеет. Компромиссным должен быть премьер. Потому что премьер выбирает коалицию. Украина разная. И поэтому должна быть компромиссная фигура, чтобы не получалось так, как у нас президент всегда становится частью только страны. Какой-то, да, одной или второй. Касательно слов Зеленского по поводу того, что энергетический кризис – это дело рук каких-то мифических олигархов. Друзья, о том, что эта ситуация будет, я говорил 2 месяца назад. А на самом деле предупреждал Разумкова в этой студии еще 2 года назад. И я говорил, что государству необходимо повернуться лицом к шахтерам. На момент 2019 года, когда они получили власть, инвестировать в свою угледобывающую промышленность можно было 8 миллиардов, и это бы сделало уголь конкурентным, его себестоимость конкурентную с мировой. Наши бы шахтеры не жили от зарплаты до зарплаты, а иногда и с долгами по несколько месяцев, и страна была бы энергетически обезопасена, да, обезопасена, как правильно? Была бы безопасна. Да, в этот особый период. Потому что на сегодняшний день о том, что угля не будет хватать, я говорил еще 2 месяца назад, несложно посчитать перевалку, мощности перевалки, остатки на угольных складах и необходимую потребность взять даже статистически по данным прошлого, позапрошлого года. Но согласитесь, не бином Ньютона. Элементарная задача. Я говорил об этом в эфирах. Вы помните, что говорили слуги народа? Спокойствие, только спокойствие. Все будет, вы всегда нас пугаете, сами что зиму не пройдем, что замерзнем, что будут веерные отключения. Друзья, сейчас уже облэнерго отрабатывает планы по отключениям. Потому что, что бы ни говорил Зеленский, я допускаю, что его держат в теплой ванне. Он, наверное, говорит, вы там что-то решите? Они ему отвечают, мы там что-то решим. А оно не может решиться физически. Если нечем топить, то нечем топить. И Укрэнерго, и другие предприятия, и облэнерго, они понимают, да, реальную ситуацию. И они начинают уже отрабатывать, чтобы не было блэкаута, да, когда ляжет вся энергетическая система, плановое аварийное отключение, если так можно. Вдумайтесь в эту форму. Планово-аварийное.
То есть на случай, если будут остановлены генерирующие мощности, да, как они будут отключать абонентов, как они будут переводить там на вторую смену работу нашей промышленности. Но это тоже задача, которую надо было решать еще 3-4 месяца назад. Скажите, а ночью у нас ходит транспорт? Или у нас готовы коммунальные предприятия возить работников, даже если бизнес пойдет навстречу? Ну нет ведь, правда? Это же двухсменный там, или трехсменный режим работы, к которому не готовы коммунальные предприятия, наша коммунальная сфера. То есть один вопрос тянет за собой другой, а мы кроме спокойствия только спокойствия ничего не слышим. Нет дискуссии. Ну, друзья, что вы хотите от 95-го квартала? При цьому в 13-му році ми ж експортували навіть вугілля. Я хорошо отношусь. Його було достатньо. К работникам эстрады, да, это сложный очень бизнес. Они делают важную работу, когда людям плохо, они поднимают настроение. Но управление государством – это другое. То есть энергетикой должен управлять человек, который в энергетике разбирается. Медициной должен заведовать медик. Но не может, извините, слесарь, который стал юристом, быть министром обороны. Хоть убейте, я вот этой логики не понимаю. Но почему не назначить военного? Почему не назначить того, кто пользуется авторитетом у армии? Почему продолжают назначать не по принципу профессионализма, а по принципу лояльности царю? Але ж це результат реформи. Я почему реформи говорю, что это натівської убийственная система? Теперь возвращаемся к вашей теме. Ну, к вашему вопросу, да, который вы задали. Друзья, смотрите, в мире однозначно что-то происходит. Мы даем... Вот я тоже не понимаю, почему Украина, вместо того, чтобы быть внеблоковым нейтральным государством, все время хочет примкнуть к одной из сторон чужой войны, еще и которая идет на нашей территории. Ну вот скажите, зачем нам эти бесчисленные учения в НАТО, если мы не в НАТО? Но идет противостояние России, блока ОДКБ и НАТО. Оно идет. Но почему мы должны быть чьей-то передовой? Объясните. Почему мы не можем сохранить нейтралитет, быть внеблоковыми и не быть той территорией, на которой выясняют отношения? Зеленский все время кричит про войну с Россией, но только мы воюем не в Ростове и даже не в Крыму. Мы воюем на территории Донецкой и Луганских областей своей страны. Скажите, сколько надо лет, чтобы понять, что это губительно для нас? А мы можем себе позволить быть нейтральными? Мы потужні для этого, сильні? Если мы этого не сделаем, если мы этого не сделаем, война не закончится. Война на Донбассе – это предохранитель отступления в НАТО. Так мы сейчас нейтральны, смотрите, мы же не вступили в НАТО, Евгений Владимирович. Тут важно, вот Максим, нейтральный до или после. Мне, что делают корабли военно-морского флота США в Черном море? То есть, вот тогда объясните мне, почему над Днепром летают конвертопланы НАТО. Объясните, почему в районе Одесской, Николаевской области что-то строится военное, относящаяся к Великобритании. Объясните. Вы знаете, что размещение чужих баз на нашей территории, конечно, запрещено, конечно, Конституцией? Вы прекрасно понимаете, что весной, когда была эскалация ситуации на востоке нашей страны, и когда Россия сосредоточила огромную группировку со стороны Донбасса, ни Европа, ни Соединенные Штаты ничем нам не помогли. Зеленский бегал по всему миру и везде получил ответ, что ему надо дипломатически вести переговоры. Так объясните, зачем мы, понимая, что нас в НАТО не берут, провоцируем эскалацию конфликта? Ведь провокация, эскалация означает, что чей-то ребенок завтра на линии соприкосновения погибнет. И неважно, это боец ВСУ или это боец незаконных вооруженных формирований с украинским паспортом. Это же наши граждане. Если мы не положим конец этому противостоянию, а не положим, пока не дадим миру четких гарантий того, что мы не станем чьим-то козырем, что мы не усилим кого-то в геополитическом плане, что мы выходим и не участвуем в чужих войнах, мира не будет. Мира не будет, это одно из условий. Смотрите, власть, причем и предыдущая, и это говорит о том, что мы не можем быть нейтральными, потому что у нас уже война на Донбассе, Россия уже оккупировала наши территории и так далее. То есть этот процесс... смотрите, вот мы же говорим сейчас вы идете, о чем-то таком... Я бы сейчас сказал, в нарративах власти. Вот той уродливой, беззубой идеологии, так я вам сейчас о них и говорю, о нарративах, пропагандировал, конечно, Порошенко. Скажите, пожалуйста, а мы пробовали пойти по пути мирного урегулирования конфликта?
Может быть, мы выполнили политическую часть обязательств, взятых на себя, в том числе и Зеленским, на Парижском саммите, да? Может быть, мы все-таки, да, приняли закон об амнистии, мы закрепили особый статус. Смотрите, я против особого статуса для избранных территорий. Я считаю, что особый статус должен быть у каждой территории в рамках децентрализации. Скажите, почему муниципальная милиция, полиция в Европе и в Штатах это нормально, а у нас это будет означать, что Украина развалится? Да, милиция должна подчиняться мэрам городов. Это должны быть выборные, да, ну, в Штатах шерифов выбирают, извините меня, пожалуйста. Да, армия должна быть в центре. Армия должна отвечать за суверенитет, безопасность, да, за охрану наших границ, но многие функции надо отдать на места. Нам же говорят, нельзя муниципальную милицию дать Донбассу. Я считаю, она и в Харькове должна быть, и в Киеве. Но в Киеве муниципальная варта ходит. Варты, да, которые, да, тут хомутают людей. Вообще люди, которые с Филькиной грамотой, по сути, осуществляют эту же функцию. Так они еще и состоят в нацистских каких-то кружках. Специальный закон. Да. Максим, конкретно. Выборная власть... Причем конкретно. Выборная власть — это норма. Но почему нам раньше там Янукович, да, в Донецке всех ловил и губернаторами по всей Украине назначал, а сейчас Зеленский своих однокашников с детских садов из 95-го квартала или по Лиге смеха назначает губернаторами, так чтобы нам не смешно было в каждой области? Друзья мои, это мы, громады, должны выбирать в Харькове свою исполнительную власть. Да, конечно же, в конструкции государственной власти. Но все надо просто построить систему сдержек и противовесов. Смотрите, конфликт вокруг нас нарастает. Мы, к сожалению, можем стать как раз зоной боевых действий, театром. Вот вдумайтесь, это эскалация, это попытка, да? Давайте от обратного. Скажите, а мы можем выиграть войну у ядерного государства? Ну вот смотря сколько у нас будет байрактаров. По-моему, ответ очевиден. Дорогие друзья, смотрите, вот Европа — это страны НАТО, это ядерный блок. То есть воевать с НАТО мы, ну, закончится тем, что просто три ракеты, вот мы с вами были, да, в музее, там три ракеты «Сатана», которые стоят на вооружении в Российской Федерации, хватит, чтобы Украины вообще не было. Три, всего лишь три, а их сотни. А направлены они, слава богу, пока не в Украину. Но если Украина будет перспективной зоной НАТО, они будут направлены на нас. Если мы усилим Россию, то европейские ракеты будут направлены на нашу территорию. Скажите, зачем? Ми ж зараз з вами маємо говорити про політико-дипломатичний сценарій виходу. Політико-дипломатичний, да, сценарій єдинственний. Да, якщо можна, я трішки додам. Ми ж так само з вами обговорювали, коли вперше на Донбасі наша сторона використовувала турецькі байрактари. І тут несподівано виявилося так трішки, що наші партнери по-різному на це зреагували. Наші колеги по нормандського формату, німці та французи, вказали на те, що ми не можемо їх використовувати, тому що це суперечить духу Мінських угод. І безпілотники можуть використовувати виключно ОБСЄ. США нас підтримали у цьому питанні і навпаки закликали наших європейських партнерів більше надавати нам, як Україні, летальної зброї. Чому так по-різному наші партнери поставилися до байрактарів? Я думаю, ви для зрителей задаєте цей питання. Я абсолютно впевнений, ви розумієте відповідь. Я розумію, але ж ви маєте. Весь світ говорить, що немає ніякого іншого рішення, кроме выполнения Минских соглашений, ну, по урегулированию конфликта на Востоке. Но при этом Великобритания и Соединенные Штаты дают нам и оружие, и деньги на оружие, и кредиты, чтобы строить флот. То есть нас готовят к войне. Это то, о чем я говорю. Да, одно, первое, надо неблоковый нейтралитет для того, чтобы мир убедить, что мы определились с правилом игры и согласно своей декларации о суверенитете еще 90-го года мы выполняем то, что мы внеблоковое, нейтральное, безъядерное государство. И тогда к нам нет геополитических претензий. Второе – децентрализация. То есть вот возможность выполнить Минские для каждого региона. То есть поменять систему власти, дать больше полномочий на места. И самый важный пункт – это выход из-под внешнего управления. Но вы думаете, Зеленский сам это применил? Или Зеленский хочет эскалации конфликта, понимая, чем это может закончиться? Друзья, давайте говорить еще более жестко и откровенно. Вот зачем на Донбассе раздают паспорта Российской Федерации?
Но мы же понимаем, для того, чтобы иметь основания сказать, что погибли граждане России, и теперь полномасштабно Россия пойдет защищать 500 тысяч своих граждан. То есть раньше русскоязычных граждан защищали другой страны. А теперь есть, Максим, страны. Правовые основания, да, понятные для всего мира, для Соединенных Штатов. Погибли граждане страны, страна объявляет войну. Так это же прекрасный инструмент для того, чтобы Украину никогда не пустить туда, куда там хочет, Максим, центральная власть. Украину никуда и не собираются пускать. Украину используют как инструмент. Инструмент, который втягивает Россию в прямое противостояние, после которого по России вводят санкции, от которых теряет и Российская Федерация, и Европейский Союз. Оттуда уже вышла Великобритания, то есть в плюсе Штаты, Великобритания, Австралия, их новый блок. А наши реформаторы и Зеленские, да, вот этому потакают и нарушают Минские. Европа понимает, что это ударит по ним. Что если будет полномасштабный конфликт на Украине, во-первых, это будет означать лавину еще беженцев из Украины в Европу. А во-вторых, это будет означать, что ну, придется там подвязывать с отношениями с РФ, а они от них зависят. По экспорту газа. У них самый крупный товарооборот. То есть это невыгодно. Друзья, война невыгодна континенту. Она выгодна Штатам и Великобритании. И они поджуживают нашу власть, а наша власть, наплевав на интересы наши с вами, продолжает выполнять их волю в ущерб нашему государству. Євгеній Володимирович, хочу поговорити про політичну війну, яка, ну, судячи з цього, з розкладу фронту. Антон, смотрите, вот еще одну секунду. Друзья, вот я просто хочу, чтобы вы поняли, что вот в моих словах сейчас нет политики, есть прагматизм. Смотрите, 7 лет этой ситуации. Вот ответьте, за 7 лет Украина стала лучше жить или хуже? То есть 7 лет мы воюем с Россией, как говорит наша власть. Где помощь коллективного Запада за все эти 7 лет? Может, они инвестировали сюда деньги. Может, они построили тут предприятие. Может, они нам списали там сотни миллиардов, как списали Греции, Польше и всем остальным. Нет. На нас зарабатывают. Угу. У нас закрывается завод за заводом. Миллионы уезжают. Путь тупиковый. Тупиковый, и никто не поможет. Нас используют. Пока мы это не поймем... Пока мы будем жить ложными ценностями и вот теми приоритетами, в которые многие поверили в 2014 году, мы будем, знаете, продолжать биться головой о стену. Мы должны понять, что путь ошибочный. Я поэтому постоянно к этому возвращаюсь. Нет политики, у вас 7 лет опыта. 7 лет опыта партнерства с нашими заокеанскими хозяевами, да, и с европейскими партнерами. Чем? Игорь... Смотрите, 23-й саммит ЕС, который прошел в Киеве, что они от нас потребовали? Снять мораторий с экспорта необработанной древесины? Угу. Кругляк. Вот это их помощь. Нас воспринимают как сырьевой придаток. И нас воспринимают как то, что можно потянуть с земля самый ценный ресурс ближайших десятилетий. Это то, что им нужно. И они руками нашей власти запускают этот рынок. Евгеньевич, я немного переживаю, потому что вы говорите правильные вещи в рамках видения ситуации, как могло бы быть, если бы было вот так, и это, возможно, было бы хорошо. Но я переживаю, что вот этот сценарий можно реализовать, переубедите меня и наших зрителей, только для, в том числе, вы говорите, большая Галичина, но не для всей территории Украины. Для какой-то отдельной. Я с вами не соглашусь. Вот объясните, как это, вот то, что, то о чем вы говорите сейчас, как это на всі наші широкі українські лани від Львова до Донецька, від Сум до Одеси, як це все об'єднати? Да, потому что тут же, понимаете, должен быть лидер, который... Во-первых, нужна идея раз. Идея. Нужна то, вокруг чего объединяться. Я вас точно уверяю, что объединиться можно вокруг будущего, но никак не вокруг прошлого. А вокруг чего объединялись в Советском Союзе? Все наши конфликты как раз в прошлом. Кто там оккупант, кто агрессор, кто воин света, а кто там неправильный какой-то воин. Да, попытка достать из гробов и кого-то канонизировать, да, придумать новые исторические факты. Это ущербный повод для объединения. Объединяться надо вокруг благополучия, вокруг там безопасности своих детей, уверенности в завтра. А для этого
Для этого надо иметь четкую, структурированную программу видения этого будущего, проект и механизмов, да, его достижения. Вот это нужно предлагать людям. Максим, я поеду в Галичину, я поеду во Львов, в Ровно, в Луцк, в Ивано-Франковск. Я буду говорить в первую очередь. Но вы согласны с той теорией, о том, что влияет на решение, принимаемое в этих регионах? За 70 лет Советского Союза в большинстве своем вот это вот мышление масс, оно концентрировалось. Один из таких мандатов, который получило население, это условно победить Америку. Они вокруг этой идеи объединялись на разных уровнях. Максим, и по сути, а сколько вам лет было, когда Советский Союз распался? Один год. Тогда что вы можете знать про то, что жили? Извините, это эйджизм, подождите. Сколько вам было лет? Вам тоже было там в садик ходили. Смотри, мне было 15, я уже поступил в институт, то есть я уже планировал как-то свое будущее. Я вам скажу, мы знали, что враг есть там, я не знаю, империализм, там, Соединенные Штаты, потому что была холодная война. Ну так вот, витал же это воздух, что Советский Союз находился под санкциями. Максим, но мы не жили этой войной. Смотри, мы умели дружить. Я, как ребенок в 4 года, гулял на улице спокойно. Это я понимаю. Я говорю сейчас ездил к бабушке двумя автобусами. Украинцам вокруг чего? Ракету в космос, Максим, мы не запустим. Повторяем. Америку не победим. Во-первых, кто вам сказал, что мы что-то не запустим? Ну, у нас остался еще научно-технический потенциал, но нам надо наконец-то внимательно отнестись к своей науке, потому что если мы не пересмотрим подходы, в 35-м году у нас научных работников будет в 5 раз меньше, чем в 15-м. Не за грамми, 14 лет. И мы потеряем науку. А если мы потеряем науку, мы станем импортером чужих технологических идей. Этого нельзя допустить. Мы обладали всеми критичными технологиями. Мы строили ракеты, самолеты, корабли. Ну вы что, шутите? Мы действительно великая страна. Просто это нужно сейчас все восстановить. Быстро вернуть людей, вернуть рынки. Потому что еще 5-7 лет, и мы не сможем вернуться. И это нужно объяснить. И нужно объяснить, почему Львову не надо бояться Мураеву, а, допустим, Донецку не надо бояться Парубия. Мы такую систему построим, что от фамилии ничего не буде. Євгеній Володимирович, все ж таки до прізвищ хочу повернутися, тому що ще не було презентації, ще не зрозуміло, як відреагують і на сході, і на заході, на півдні. Друзі, я поїду ко всім. Я буду говорити со всеми. Я не претендую на истину. Смотрите, нет президентской кампании, нет еще выборов. Mm-hmm. Да, я хочу обсудить вот ту модель, ради которой стоит жить и работать. Вносите в нее свои изменения. А что делать с теми, кто не хочет с вами разговаривать? Приходите вместе с нами, обсуждайте. Евгений, будем говорить без них, Максим. А они тоже часть общества. Друзья мои, вот я все-таки считаю, что демократия, да, это в том числе мнение большинства, его надо учитывать. Я считаю, что 2 раза в год должен быть национальный референдум. А местные референдумы должны проходить по мере необходимости в громадах. Это должен быть простой, надежный механизм принятия решений. Мы должны, действительно договариваясь со всей страной, решить ключевые вопросы на референдумах. И внешний вектор движения, и тот же нейтралитет. Я буду убеждать, почему нейтралитет. Кто-то будет рассказывать: Зеленский, Порошенко, Тимошенко, там, Гройсман, Яценюк. Даже Дима Разумков будет рассказывать, что наш путь в ЕС и НАТО. А я объясню, почему нет. Я считаю, что если мы станем вот этой площадкой, мы сможем объединить континент. Это больше, чем просто Европа. Европа сама не самостоятельна во многих решениях. Посмотрите, Макрон там попытался сказать про ПЕСКО и через неделю получил желтые жилеты, да, у себя на местах. Угу. А кто были эти люди? В чьих интересах они тогда качали власть Макрона? В интересах Штатов, в интересах НАТО, который, еще раз повторю, воюет за интересы США. Это же не колективная безопасность. Вже можна вставати, я пропоную. Але на останок, Жилічки, я перепрошую, я все намагаюся добитися от тих цифр. Ви кажете, що з приводу об'єднаної Європи і так далі, ви зараз суттєво набираєте м'язів політичних, судячи з соцопитувань. І в зв'язку з цим питання, ну це тільки ваші особисті, ще є партії наші теж доволі оптимістичні. Вам вже пропонували об'єднуватися? Друзі, смотрите, я вам еще раз повторю, да, во-первых, на эти цифры даже сейчас смотреть нет смысла, но такая средняя температура по палате. Чтобы объединяться, надо объединяться вокруг идеи, чтобы объединяться, надо объединяться вокруг общих целей.
Эти цели нужно сформулировать, эти цели должны быть услышаны не на Юго-Востоке, не в Киеве, а во всей Украине. Если мы не объединим Украину, наше противостояние внутреннее будет продолжаться. В стране, в которой идет война, у нее нет перспектив. Из нее бегают инвесторы, бежит молодежь, боясь быть призванными на фронт, да, мобилизации и всего остального. То есть нам нужен гражданский мир, нам нужен новый общественный договор. Я готов разговаривать со всеми. Я не уверен, что все из политиков готовы меня услышать, особенно старых политиков. Страну разделили на два лагеря, условно бело-голубой и оранжевый, и продолжают ехать на этой Украине трех сортов, которую придумали еще 15 лет назад. А есть сенс с ними говорить? Политтехнологи. Они все знают. Зеленский, Зеленский же не хочет разговаривать со старыми политиками. Говорить надо друг с другом. Говорить надо с гражданами. Обсуждать более... Я формулу, вот ту, которую мы сейчас сняли, упрощал, друзья. У меня просто сердце болело. Я там с 300 страниц сделал 25, чтобы это в телевизионный формат влезло. И там коллеги мои говорили: Женя, проще, проще, проще. Убирай вот эти слова, убирай вот эти сложные для восприятия смыслы, там, законы, убери вообще. Только не говорите, что объясни, у вас получился новый курс Тимошенко. Объясни, объясни принципы. А потом уже, ну, там, в профессиональных сообществах будешь обсуждать конкретику, там, с медиками, медицину, с энергетиками, энергетику и так далее. Друзья, это редкость. Будем обсуждать со всеми на всех уровнях. С кем-то законы, с кем-то принципы. Евгеньевич, финальный вопрос. Считаете ли вы себя новым лицом? Или все-таки вы политик старой формации? Ну, этому лицу уже 45, поэтому, наверное, не сильно новое. Но я могу сказать, я никогда не имел достаточных рычагов, чтобы показать, на что способен я и люди, которые меня окружают, которых я считаю членами одной команды, да, единомышленниками. Но я абсолютно уверен, что этот момент наступит. Но вы все-таки новое лицо, я так понимаю. У меня совершенно новые подходы, насколько вы скоро убедитесь. Совершенно другое видение развития государства. И это видение не заканчивается сегодняшним годом и даже не пятилеткой. Свежее лицо с опытом. Я вам могу сказать, такой дискуссии, наверное, в стране еще никто никогда не вел и не задумывался. Мы с вами будем первыми. Мы на пороге большого великого кипиша. Спасибо. Евгений Мураев, лидер партии нашей. Хорошего эфира. Мы продолжим с Антоном Долатовым. Повернемся 21-й.